Враждебные действия в отношении участников строительства Северного потока, именно так их можно квалифицировать, подтверждают, что Соединенные Штаты Америки преследуют собственные энергетические интересы, всеми правдами и неправдами хотят закрепиться в Старом Свете в качестве основного легитимного, как они считают, поставщика, не при этом абсолютно не чувствуя никакого неудобства или смущения в связи с теми акциями, которые они предпринимают, а это просто неприкрытое игнорирование норм честной конкуренции и свободной торговли, собственно говоря, то, за что Америка всегда выступала. Мы еще раз хотим констатировать, противоправные ограничительные меры не влияли и не смогут повлиять на принципиальную линию нашей страны на международной арене. По-моему, это уже аксиома, а односторонние санкции США не отвечают интересам наших народов, лишь усугубляют без того непростые двусторонние отношения.